Как все могущественные люди, мы спровоцируем событие, которое изменит судьбу нашей страны. И вы получите свою войну, а я получу свой пост. Пора взять страну в свои руки. Нет никаких шифров. Говорю вам, нет шифров. Я клянусь, это совершенно новая система. Самая... Похоже, ты совсем глухой. Извини, жду отрывать свою башку от пола, иначе прострелю. Эй, остынь! Никому не двигаться! Отпустите их! Прошу, эти люди вам не нужны! Отпустите их! Пожалуйста! Что вы пытаетесь делать? Все молчать! Не шевелиться! Как его открыть? Его нельзя открыть! Должен быть ключ! Нет никакого ключа, клянусь! Я ключ! Открывай! Живо! Я повторять не буду! Вы никогда его не откроете, если убьете меня! Нет! Тихо! Пожалуйста, отпустите меня! Я сказал молчать! Мэр, отпустите меня! Заткнись! Отпустите меня! Не заставляй меня повторять! Прошу, пожалуйста! Заткнись! Заткнись, мой подарок! Я не хочу умирать! Заткнись, кусок! Не волнуйся, он просто спит. Заходи. Сканирование завершено. Отказ. Еще одна попытка перед блокированием системы. Я не знаю, что происходит, клянусь, я не знаю. Принеси дух. Заходи и молись, чтобы сработало. Сканирование. Доступ разрешен. Время. 2:09. Давай код для сканера. 359 ноябрь. Спокойно.
Доступ разрешен. Решил, что сегодня твой день, и ты такой крутой, что плевать хотел на мое предупреждение! Нет! Нет! Шевернёшься! Ещё раз! И ты там! Возьми товар! Он мне со стволу? Ты забрал его ствол, угрозы нет, уходим! Забрали товар? Да! Только отстрелю ему башку! Ты знаешь мои правила! Правила? Хорошо! Уходим! Черт, твои правила! Секунд, опаздывай. Быстрее, быстрее. Теперь нас опознают. Разберись с этими, погнали. Они все свидетели. Чего ты ждешь? Они видели твое лицо. Уходим. Отправляйся вон! Видел твое лицо, и ты не убила его! Это мое решение. Плевать на твое решение! Ты поставила меня в опасную ситуацию! Я этого очень не люблю! Эй! Нас бы накрыли, потому что твой друг был обдолбан! И ты это знаешь! Извини! Извини, я тебя спрашивал! Разве я сказал? Эй, придурок, что ты об этом думаешь? Закрись и переоденься! Я дождусь объяснения или как? Да все ясно. Да пошла ты! Из-за тебя мы по уши в дерьме, не говоря о том, что люди видели твое лицо. Угомонись. А ты вообще помалкивай, подхалим. Поверить не могу, что я связался с дебилом и чокнутой стервой, которая... Кейптаун, Южная Африка. Все переведу в офшор за месяц. По 30 штук каждому. А что с деньгами Уэйна? Ему они не нужны. Да, тебе и правда очень жаль, друга. Исчезни на месяц, и получишь все. Да уж, надеюсь. Когда было иначе, а? Мы кидали тебя? То-то же, лучше заткнись и радуйся тридцатке. Я очень, очень не люблю ждать. Найди себе хобби. Тридцать дней, и я приду за тобой. И за тобой. Алекс, меня это тоже напрягает. Никто не видел твое лицо. И это я Уэйна прикончила. Если схватят, это я сяду. Из-за ограбления, из-за убийства. Но я бы не справился без тебя. Как же мне это надоело! Я завязала.
Зря я впуталась в это. Я же просила никогда со мной не связываться. Эй, я помог тебе исчезнуть. Ты в долгу передо мной? Ни черта я не в долгу. У нашего заказчика связи на самом верху. И ты ему веришь? Нет. Поэтому у меня есть страховка. На всякий случай. Значит, вот как мы поступим. Я пойду понежусь в джакузи без тебя, а ты вывезешь меня подальше из этой страны к завтрашнему вечеру. Убежище готово. Наше место. Да брось. Ты не жаловалась? Тебе же там нравилось. Я не вернусь туда. Товар. Пока придержусь. Ничего не выйдет. Боже. Хреново выглядишь, кстати. Не надо было бить меня под дых. Учти, это аванс. Номер 1126. Я все еще жду. Ты идешь? Захлопнулась. А, да. Я могу вас проводить на ресепшн, там сделают новую карту. Нет, не нужно. Мой муж внутри, просто его трудно разбудить. Дорогая, вот ты где. Она снова бродила по отелю? С ней бывает. Спасибо, что вернули. Без проблем. Приятного вечера. Мне нравится. Что? Цвет волос. Класс. И я обожаю зеленые глаза. Голубые были слегка, не знаю, холодные. Почему ты так долго не открывал? Извини, я был... принимал ванну. Кстати, ты забыла одеться. Я думала, это срочно. Так и есть. Да? Тогда обрадуй меня, что я уезжаю сегодня. Нет. Но... ты помнишь ту страховку, о которой я говорил? Кажется, я нашел прекрасное решение. Но понадобится твой талант. У нас все получится, я уверен. Слушай, может быть, я лгал тебе о многом. Но не насчет моего серьезного отношения. Ну брось. Ты забыла все хорошее про нас? Про меня.
Какой же ты придурок. Я должна уехать. Черт, а вот она. Лучше спрячься. Что? Зачем? Она думает, что я здесь один, еще сбежит. Брось. Доверься мне, спрячься. Давай, давай, давай. В шкаф, Кевин? Или под кровать? Привет, Джессика, заходи. Извини! Я не хотела! Она ничего не сделала! Я. Что? Мистер Фуллер. Проверь ее сумочку, Клинтон. Найди телефон. Пароль? Почему, интересно? Вы узнаете, что там. Я стану бесполезна, и вы убьете меня. Это правда. Но я могу предложить тебе вариант. Безболезненную смерть. Если скажешь мне пароль. Но чернокожий мужчина. Тебе нравится? Это ведь оригинальная запись. Я полагаю, ты предусмотрительно и сделала копию. О, нет. Я удаляю запись, а ты не сделала копию. Напрасно. Знаешь, я всегда держу свое слово. Правый джаз! Уверен, мы можем договориться! Нет. Увы, я боюсь, мистер Фуллер, что время для сделок прошло. Должно быть, вы забыли, что у нашего общего заказчика чрезвычайно длинные руки. Ваш сенатор – последний мерзавец. Спасибо. Я с большим удовольствием передам ему ваши слова. Итак, мистер Фуллер, если вы скажете мне, где бриллианты, эта ночь станет существенно короче и существенно же менее болезненной. Нет? Хорошо, держи его. Ты сломал мне руку! Где они, мистер Фуллер? Там, где ты их не достанешь! О, я скажу вам правду, мистер Фуллер. Мне глубоко наплевать на то, где эти бриллианты. Что меня действительно интересует, так это маленькое электронное устройство, которое хранилось с ними. Что ж, вам это кажется смешным? Да. Каждый человек представляет, как он умрет. Но я такого совсем не ожидал. А кто здесь говорит про смерть?
боже! Что это такое? Мистер Фуллер, если не скажете, где сумка, я найду вашу семью и прикажу насиловать вашу жену до тех пор, пока она не умрет. А затем продам вашего ребенка в рабство, в самую убогую дыру на всем белом свете. Пошел ты! Иди ты к черту! К черту сенатора! И к черту эту кровать, которая наверняка сделана в Китае! Отправь говнюку плечо. Это ваш последний шанс, мистер Фуллер. Вы заговорите. Рано или поздно. Другое плечо. Хорошо, я все скажу. Почему он не шевелится? Потряси его. Кажется, он мертв. Что значит мертв? Он не может умереть, пока я не разрешу. Ох, черт возьми. Ладно, хорошо. Найди его документы, узнай, где он живет. Может, припрятал камни там. И приберись тут беспорядок. Вашингтон, округ Колумбия. Звонок, которого вы ждали, сэр. Да, конечно. Прошу прощения. Пара танцев за мной. Они у тебя? Не совсем, сэр, но... С девчонкой все улажено, и видео полностью стерто. Можете не беспокоиться. Видео всего лишь позор, но та флешка — это измена. Найдите флешку. Да, мы весь номер перевернем. Уверен, что найдем. К слову об уверенности. Как наш друг мистер Фуллер сотрудничает? Мистер Фуллер, он... Как это сказать? Он уехал из этого отеля. Как только мы найдем его напарников, я сразу перезвоню. Мистер Вашингтон? Алло? Подкрепление. 11-й этаж. Thank you.
Слушай, мне нужно в больницу. Я принял тебя за проститутку. Вроде как оказалось не в том месте, не в то время. Но потом я нашел в твоем номере вот это. Вектор СП-1. Сделан на заказ. Отличный ствол. Профессиональный. И теперь я вынужден предположить, что ты была частью банды Кевина. Может, ты даже та ослепительная рыжая бестия, о которой нынче трубят во всех новостях. Хотя такой облом, да? Так глупо засветить лицо. Хотя твое лицо мне смутно знакомо. Мы раньше не встречались. Ты бы запомнил меня. Наверняка. И я бы запомнила этот галстук. Сейчас. Мой галстук — это меньшее из твоих проблем. Я отстрелю ему голову! Хороша. Чертовски хороша. Идемте вниз. Она думает, что поступила умно, но я видел такое во многих фильмах. Иди проверь лестницу. Езжай наверх. Она на мосту, бежит к парковке.
сейчас проломлю башку. Кто это? Это я. Впусти. Ты рехнулась приходить ко мне? Впусти меня. Пожалуйста. Пожалуйста? Надо же, что-то новенькое для тебя. Охренеть. Открой эту чертову дверь. Другое дело. И не мечтай, наглая врунья. Хочешь заработать 10 штук, нажав на кнопку? Открой дверь и впусти меня. 10 штук? Да. Впусти и сразу получишь. Покажи их мне. Нет времени. Давай, давай. Открывай! Подожди, считай. За мной гонятся. Кто гонится? Ты что, привела копов на хвосте? Нет, это серьезные парнеры. Чертовы чистильщики. Зачем мне помогать тебе? Они убили Кевина. Заходи! Классный фингал. Да уж. Эй, оставь себе. На похороны Кевина. Не ожидала такого благородства. Я забаррикадировала дверь. Есть тяжелая артиллерия? Не особо. То, что разрешает закон. Я выбросил остальное на случай, если схватят. Не волнуйся, этого будет достаточно. Красиво. Спасибо. Но кое-чего не хватает. Ты права. Хотя не знаю чего. Куда-то собрался? Твое лицо во всех новостях, вот я и подумал залечь на дно там, где нет закона об экстрадиции. Дай мне ноутбук. Думаешь, он есть у меня? Ладно, просто комп или долбанный планшет. Но у тебя есть хотя бы телефон? Телефон есть. Эй, какого хрена ты делаешь? Не хочу от них прятаться. Это единственный вход. Пусть идут. Иди уже звони, а мы с моей старушкой разберемся с ними. Алло. Пенни? Это Алекс. Кис. Оставь нас в покое. Послушай меня, это важно. Держись подальше от моей семьи. Этот ублюдок. С тобой? Нет, его если нет. Он хочет быть с тобой, пусть остается, переживу. Послушай меня. Ты с ребенком в опасности, вам нужно уходить. А что ты его впутал? Помолчи. Слушай, у Кевина есть тайник в гараже. Ну идите же. У папочки всегда есть чем вас хорошенько угостить. Я уверена, он тебе о нем говорил. Там кое-что хранится. Не знаю, о чем идет речь. Да все ты прекрасно знаешь. Итак, там денег хватит на всю вашу жизнь, но еще там должен быть сверток для меня. Мой муж давно не связан с твоими делишками. Эй, тебе нравится твой дом? Где он, по-твоему, взял на него деньги? О, боже, так ограбление банка ваша работа? Он обещал мне. Слушай. Возьми мой сверток и принеси его на... Я ничего тебе не принесу! Наши с тобой отношения здесь ни при чем. Он мой муж, а не твой. Он выбрал меня. Смирись с этим и отстань. О, черт подери. Хорош болтать. Давайте. У тебя есть еще ствол? Не суетись. Я справлюсь. Поднимайтесь, парни. Вечеринка ждет. Давайте потанцуем! Да, уж тонкая работа. Чувствую, деликатности тебя не учили. Ай, пошел вон, болван.
Привет. Как тебя зовут? Мэтью Майкл Фуллер. Здравствуй, Мэтью Майкл Фуллер. Меня зовут мистер Джонсон. Я звоню из телефонной компании. Похоже, ты уже взрослый мальчик. Да, сэр, мне почти 6. 6? Ну и ну, совсем взрослый. И ты умный мальчик, Мэтью? Угу. Да? Что ж, тогда давай проверим, насколько ты умный, хорошо? Я задам тебе пару вопросов, ладно? Хорошо. Ты знаешь свой полный адрес? 7145 Глен Авеню. О! Ты правда умный. Молодец, Мэтью. Хотите узнать что-то еще? Нет, нет. Вполне достаточно на сегодня, Мэтью. Если мы когда-нибудь увидимся, я вручу тебе очень большой приз. Рад был пообщаться. И я очень рад. Пока. Отлично. Я знаю, куда она едет. Выдвигаемся. Пусть мисс Клинтон здесь заканчивает и догоняет нас. Моника, Домико. Мама! О, Мэтью. Ты испугалась? Да. Хочешь есть? Будешь? Хрустящих шоколадных вампиров? Да. Да. Мэтью, разве я не сказала тебе убрать игрушки? Ну, я забыла. Ешь быстрей. Мама скоро вернется, и мы пойдем на прогулку, хорошо? Да. Я быстро. Эй, детка! Как дела? Я внизу. Бери шлем и спускайся. Эй, эй, обернись! Мэтью, давай одевайся быстренько, слышишь? Мэтью, малыш. Мэтью. Слава богу, нам нужно идти. За дверью кто-то есть. Что? Они хотят к нам зайти. Куда это вы торопитесь? Мы не помешали? Мэтью! Мама! Вот что мы искали. Мама! Больно, да? Отпустите! Одну минутку. Мэтью, взрослые говорят по телефону. Не мешай им. Какова ситуация в отеле? Уже готовы избавиться от мусора. Я буду через 15 минут. Приберете здесь?
Без проблем. А женщина? Делайте с ней, что хотите. А где мой папа? Трагедия. Прощай, Мэтью. Убить мы всегда успеем, так сказать. Согласен. Вот я и побалуюсь с ней пару минут. Размечтался, новенький. Займись мальчишкой. Иди за ним. Иди сюда. Вылезай оттуда. Санты там нет. Я не играю с тобой. А я да. Убиваю. Нет. Но ты почти угадал. Оставайся здесь и не выходи. Я вернусь. Я за тобой приду, ясно? Дернешься, грохну твоего сына. Замочила того идиота, а теперь расправлюсь с этим, да? Да? Бросай! Бросай! Ну что, не получилось? Тебе конец. А, хочешь поиграть? Давай поиграем! Все хорошо, все хорошо, все в порядке. Он мертв, Пенни. Он мертв. Мэтью! Да? Доброе утро, мистер Вашингтон. Доброе утро, сэр. Прошу прощения, что так резко прервал наш прошлый разговор. У нас был в своем роде тяжелый день. Ничего страшного. Флешка у вас? С этим возникли некоторые проблемы. В данный момент, сэр. Не води меня за нос, сынок. Вы схватили Фуллера 7 часов назад. Что пошло не так? Ну, думаю, одна из... Напарниц Фуллера отлично обучена, возможно, имеет военную подготовку. Я благодарна тебе за то, что спасла нас. Кевин бы этого хотел. Мы квиты. Ты спасла меня. Да, пожалуй. Ирония, потому что я желала тебе смерти. Кевин хотел уйти. Нет, не хотел. Кевин всегда искал легкий путь. Просто брать, а не зарабатывать. Этот парень вернется.
Он убил Кевина и прикончит нас, если я не убью его первой. Что там на флешке? Пока без понятия, но мы это узнаем. Обнаружение координат GPS. Найдено. Черт! Нужно уходить отсюда. Они отследили флешку, теперь знают, где она. Тебе нужна моя помощь? Спрячь Мэтью. Я могу оставить его маме. Это чистая логистика. Вам не о чем беспокоиться. Политика и есть логистика, сынок, и я беспокоюсь. Особенно насчет обученной... Девчонки, с которой вы не можете справиться. Да, и у меня уже есть план. Сэр. Замечательно. Доверь его Дагу, когда он приедет. Сэр, уверяю, вас нет абсолютно никакой нужды присылать мистера МакАртура. Я уверяю... У вас ситуация у меня под контролем. Да ну. Отлично. Отдых ему не помешает. Ваши проблемы его сильно расстроили. Он уже в самолете. Прилетит через пару часов. Ясно, сэр. Я с нетерпением жду встречи с ним. И тебе удачи, старый козел. Сейчас вернусь. У меня все под контролем, сэр. Неужто я слышу нотки раздражения, мистер Вашингтон? Откуда ты... Слыхал про кнопку повтора. Что же ты при посторонних обсуждаешь свои дела? Так ты была в номере. Где я, позволь спросить? Этот фокусник не раскрывает своих секретов. Я скажу так. Я буду доброй девочкой и дам тебе фору. На твоем месте я бы убиралась из отеля. Копы уже едут. О, ты не вызовешь полицию. Даже если бы была так глупа, то убралась бы из отеля до. О, умная девочка. Валим. Она сдала нас. Мисс Клинтон, со мной. Мистер Джефферсон, ждите здесь. А потом можно в больницу? У меня так болит нога, что в глазах... Забудьте. Он на взводе. И если ты думаешь, что он не отправит тебя туда же, куда и мусор, который лежит в багажнике, ты ошибаешься. Это я, Пенни. Должна сказать насчет бриллиантов. Я подменила их. Я не могу говорить. Действую по плану. Нам нужно прекращать так встречаться. Открывай. Открывай!
Где он? Наверное, отошел куда-то. Вот что бывает, когда нанимаешь тупицу. Ну вот где этот придурок? Думаете, мы еще с ней встретимся? О, несомненно. У нас то, что ей нужно. Мне кажется, она не станет рисковать. А, еще как станет. Помяни черта. Вот и ты. Мне не хватало тебя в отеле. Это не взаимно. Мне нужны мои камни. Не сомневаюсь. Бриллианты ведь лучшие друзья девушки. Очень смешно. Я рад угодить. Знаешь, а ведь это могли бы быть взаимовыгодные отношения. А? Еще я об отношениях размечтался. О, перестань. Все и так считают, что у нас любовь. Да, как бы не так. Верни мои бриллианты. А, вот только они не совсем твои, не так ли? Строго говоря, они принадлежат сенатору. Сенатору понадобились деньги? Я так не думала, но теперь поняла. Мы оба знаем, что сенатор нанял нас украсть не бриллианты, а флешку. Так что я буду считать убийство Кевина нарушением контракта. И заберу бриллианты в качестве компенсации. Пожалуй, это справедливо. Но как я их тебе передам, если... Если не знаю, где ты сейчас? Даю подсказку. Она подержанная, неухоженная. И воняет. Я понял. Но если ты ищешь бриллианты в машине, боюсь, ты будешь сильно разочарована. Вовсе нет. Я нашла то, что искала. И он хочет поздороваться. Открывай. Поздоровайся с дядей. Что, прости? Он говорит. Она засунула ствол мне в рот. Так что давай договоримся. Меняю этого вонючку на мои бриллианты. Иначе я его пристрелю. Что ж, мне как-то безразлично, прикончишь ты его или нет. Я готов торговаться... Только насчет флешки. Так что я отдам тебе твои бриллианты. Как ты любишь их называть. А ты отдашь мне флешку, и мы довольны и разбежимся. Я не торгуюсь. Ты слышал мое предложение. У тебя 5 секунд. Что? Все шутки в сторону? 4. 3. Смешно. Тебе это не к лицу. 2. Последний шанс. Не думаю, что ты настолько жестокая. 1. Где она? Я ее не вижу. Как ты дала ей уйти? Я ее вообще не видела. Выруби чертов клаксон. О, бомба! Да, она хороша. Но вот где она? Понятия не имею, но она полна сюрпризов. Мне нравилось это пальто. Ну, где вы там? Вот же я. Похоже, она еще здесь. Так, Джессика, ты будешь выглядеть точно как я. Эй, Пенни, это я. Послушай. Вот мой план. Я держу в своих руках то, что тебе нужно. Твои камни. Приходи и забери их. Не пора ли нам поближе познакомиться? Скажем, лицом к лицу.
тебе достаточно близко. О, ты продолжаешь меня радовать и удивлять. Зато ты уже начинаешь бесить меня. О, извини. Даже не догадываюсь, почему. Еще шаг, и он полетит вниз. Да? Но и ты отправишься со мной. Мне скучно. Разбуди ее. Прости за одежду. Мисс Клинтон тут слегка перестаралась, когда искала у тебя флешку. Сыграем в шахматы? Да пошел ты в задницу. Рад, что ты не утратила чувство элегантного острословия. Я устал играть с этими двумя. Сразимся? Что, тебе мало? Душе. Давай. Я не играю. Неужели? А я принял тебя за гроссмейстера. Может, покер с высокими ставками тебе больше по душе? С таким-то выразительным лицом, как у тебя. Итак, у тебя есть то, что нужно мне, у меня то, что нужно тебе. О, нет, это не совсем так, потому что то, что нужно тебе, на самом деле совершенно ничего не стоит. Неужели Кевин обманул тебя? Я уверен, что ты не могла украсть мешочек полный колотого стекла. Итак, кажется, все, что ты можешь предложить мне взамен, это твоя жизнь. И ты должна знать кое-что про меня. Я всегда получаю то, что хочу. Итак, скажи мне, где та флешка? Пошел ты. Ты не оставляешь мне выбора. Рик, давай ее ногу. Если ты сейчас не поможешь мне, я не закончу свое дело. Не закончу свое дело, сенатор не заплатит. Сенатор не заплатит. О, ты любишь поболтать, да? Это твой последний шанс. Где та флешка? Что ж, давай начнем с парочки оборотов. Оп. Еще пара оборотов, и твоя нога станет плоской. Что полностью соответствует твоим умственным способностям. Еще раз. Твоя нога сейчас расплющится. После того, как это случится, лишь вопрос времени, когда разовьется гангрена. Я всегда любила зеленый цвет. Отлично. Знаешь, я тоже. Еще раз. Сильнее. Где? Да! Флешка! Перестаньте! Если помогу, что я получу? По меньшей мере, ногу. В лучшем случае, свою жизнь. Ну, конечно. Давай, продолжай. Хватит.
то, что действительно готова потерять ногу. Ты ведь и правда удивительная. Отойдите вы оба. Ты напомнила мне одну историю. Скорее даже городскую легенду. Где-то 7 лет назад я исполнял, как фрилансер в Каире, одну работу для ЦРУ. Там ходили упорные слухи про высокопоставленного палестинского чиновника, который должен был приехать в город на переговоры с египетским министром. Все вокруг говорили, что он должен остановиться в неприступной правительственной резиденции. Ты, наверное, догадалась, что подложили мощную бомбу. И она взорвалась внутри здания. Птичка шепнула мне, что ЦРУ заключила сделку, позволив Моссаду одолжить невероятно талантливого специалиста-взрывника. Она, о да, представь, это была женщина. Она лучше всех в мире умела проникать в самые неприступные места, а затем, пуф, исчезала без следа, растворялась. Так вот, эта история долго не давала мне покоя. Ее героини и ее... Главная трагедия была в том, что взрыв не уничтожил предполагаемую цель, но вместо этого отнял жизнь у 3 милых невинных детишек и их бедной мамы. Но чиновник, на удивление, отделался лишь небольшими царапинами. Я много думал об этой девушке-агенте. Что пошло не так, как думаешь, все дело... плохой разведке, паршивом оборудовании или простом невезении. Испытывала ли она угрызение совести? Или сумела каким-то образом отгородиться от смерти матери и ее 3 детей? Думаю, мужчина так бы и поступил. Короче, все кончилось тем, что ЦРУ избавилась от нее... как от какой-то прокаженной. Она пригрозила, что пойдет по пути Сноудена. И они отомстили ей, выдав ее на весь мир 2 агентом-террористом. О, как низко пал этот мир. Что ты скажешь, Алексис? Как думаешь, такое мифическое существо могло существовать? Ведь сколько демонов должно быть ее терзало? Итак, я ведь могу применить другую тактику. Я могу вернуться и закончить начатое дело. Жена Кевина. Малыш Мэтью в своей пижамке. Понимаешь? О! Да. Задел за живое, да? Я думаю, ты вряд ли смиришься с тем, чтобы причинить еще одному ребенку ужасную боль. Что до меня? Меня не гложут угрызения совести. Почему я должна тебе верить? Потому что я не лгу. Никогда. Хорошо. Когда и где? Аэропорт Кейптауна. Сегодня. В 9 вечера. Мне нужно сделать звонок. Умница. Дай ей телефон.
Аэропорт Кейптауна. В 9 вечера сегодня. Ненавижу повтор. Теперь дашь мне встать? Я буду так сидеть до вечера? Дело в том, что... Нужно много времени, чтобы Фрик заштопал тебя. О, не волнуйся, это просто царапина, чтобы ты не сбежал. Зато теперь тебе придется переиграть всю свою партию. Это полезно для людей нашей профессии. Вот эта ситуация называется у нас шах. Оденьте ее. Поприличней. Международный аэропорт Кейптаун. Нельзя идти немного побыстрее, бабуля? Честное слово, это не может быть настолько больно. Фрик. Пошли, ты идешь? Вот ключ. Держи. О, да, ты фокусник, я помню. Спасибо. Забирай. О, нет-нет, не торопись, мы так не договаривались. Договаривались, ты получаешь флешку, я ухожу. Нет, ты будешь смеяться, но я тебе не доверяю. Я знаю твой стиль, моя дорогая. Твоя подруга знала про аэропорт весь день. Неизвестно, какой грязный сюрпризик ждет меня за дверью шкафчика. Так что я не стану брать ключ. Ты уж сама потрудись открыть шкафчик. Иди к черту. Вот как? Извините, офицер! Что ты делаешь? Офицер! Не надо. Чем могу помочь? Дорогая. Хорошо, хорошо, я это сделаю. Да, извините, там сумка под лестницей внизу, без присмотра. Я не знал, кому сообщить. Спасибо, сэр. Не за что. Идем, дорогая. Можешь забирать. Достань. Держи. Открой его. Ну, перестань. Открой его.
Доволен. Проверь. Убедись, что никаких сюрпризов. Теперь ты мне веришь? Не теперь. Никогда. Бомба! О, черт! Я позволила поймать тебя, иначе бы это не сработало. О, ты восхитительная. Стена! Надеюсь, это наше последнее близкое общение. Флешка была на мне? Этот галстук просто ужасный. А для флешки в самый раз. Сказал бы гроссмейстер. Шах и мат. А ты и правда достойна легенд. Поправь свой галстук. Огонь! Идемте со мной. Мы зададим вам несколько вопросов. Хорошо, сюда, пожалуйста. Вы помните, что произошло? Я приехала встретить свою подругу Микаэлу, но узнала, что ее рейс отменен. А потом вдруг этот взрыв. Все начали стрелять. В школах опасно, в аэропортах тоже. Что дальше? Я вас понимаю. Можно я пойду? Мне нужно забрать сына. У меня есть еще вопросы. Мы хотим опросить всех, пока событие свежо в памяти. Эй, Фрэнки. Да? Тебе лучше увидеть это. Пошли. У нас есть ваш телефон, так что можете ехать за сыном. Если понадобитесь, позвоним. Ты не поверишь, но кажется, мы нашли парней, ограбивших вчера банк. И это все? Все, что мы нашли. Остальное должно быть у той женщины. Я не думаю, зацени. Мама, скажи Мэтью, что я еду. Все будет хорошо. О, черт! Охранник не говорил, что у нее был шрам на лице. Господи, так это она. Что за больные люди вытворяют такие вещи?
И кто носит голову в сумке, а? Вы главный? А кто спрашивает? Нам нужны все улики, что у вас есть. Немедленно. Моника Домико. У Интерпола здесь нет юрисдикции. Я буду жаловаться. Как угодно. Вот сумка, которую вы искали, мистер МакАртур. Приятного полета. Спасибо. Следующий. Поехали. Тяжелые деньги. Я так плохо выгляжу? Прости, у этого алмаза уже отпилили лишнее. С тобой будет то же самое, если не сможешь открыть. Расслабься, я уже работал на агентство по борьбе с терроризмом. Хотя и недобровольно. Эти парни умеют запугать лучше, чем кто-либо. Сколько это займет? Почти готово. Ничего себе. Во что это ты влюбилась? Мы спровоцируем событие, которое изменит судьбу нашей страны. Через несколько месяцев на севере Чикаго произойдет новое 11 сентября во время парада Мейсис. Вы получите свою войну, а я получу свой пост. Пора забрать эту страну из рук апатичных леммингов и свихнувшихся дилетантов, которые позорят ее. Превратили США в объект насмешек. С кем я говорю? Можете называть меня мистер МакАртур. Я как раз восхищался вашей работой. А я вашей. Сенатор найдет вас на краю земли из-за этой флешки. Так почему бы нам не обсудить условия ее возвращения? Что скажете? Мы здесь все разумные люди. Ну, я бы не назвала разумным то, что я сейчас вижу. Вы меня понимаете? Нет, это вы поймите. Нет! Я провела 6 лет, скрываясь во тьме. Пришло время выйти на свет. С ними разобрались соответствующе. Алекс сделала это за нас. Все остальные концы уже обрублены. За исключением флешки. Алексис забрала ее, да? Это может испортить мне всю президентскую кампанию. Агентство по борьбе с терроризмом не кучка жадных милитаристов. Сэр, жадность и милитаризм идут рука об руку, когда речь идет о военных контрактах. Допустим так. Алексис тоже будет жадной. Или мучеником. У нее уже есть бриллианты, сэр, так что, если я не ошибаюсь, она объявила войну. Значит, мучеником. Знаешь, что нужно, чтобы стать мучеником, Даг? Нет, сэр. Сдохнуть. Thank you.
продублирован студией CineLab Sound Mix по заказу компании Central Partnership в 2015 году.